Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на Первом независимом ЗАП-ТВ. Спонсоры одежды ведущие магазины «Интимиссими» и «Кальцедония». 8 мая свой профессиональный праздник отмечают работники Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России. В среду в Чите будет пасмурная погода, ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5. Днем нас ожидает до 15 градусов тепла. Хорошего всем дня и до встречи на Первом независимом ЗАП-ТВ.